среднем в России на 1000 человек приходится 302 машины, а в Подмосковье этот показатель даже выше, чем в Москве. Если в столице 1000 жителей имеет 318 автомобилей, то в области аж 350. Всего в Подмосковье зарегистрировано порядка 3 миллионов легковых машин, а парковочных мест здесь только 2,5 миллиона. Таким образом, в регионе не хватает около 500 тысяч машиномест. В целом, в вопросе организации парковочного пространства можно выделить основные проблемы. Их две. Первое – это, конечно, отставание строительства парковок от темпов строительства жилых микрорайонов, раз. Ну и отсутствие многоярусных и подземных паркингов в проектах строящихся многоквартирных домов, два. Одинцовский район оказался в числе муниципалитетов-лидеров по дефициту парковок. У нас не хватает около 18 тысяч машиномест. Для того, чтобы помочь подмосковным городам решить эту нелегкую проблему, губернатор Московской области Андрей Воробьев в 9 пилотных муниципалитетах запустил программу «Удобная парковка». В нее вошел и Одинцовский район. Программа «Удобная парковка» рассчитана на 3 года, и вот за 3 года в этих муниципалитетах полностью этот дефицит нужно ликвидировать. До конца 2016 года из 110 тысяч есть задача, есть целевые показатели. В этих 9 муниципалитетах дефицит парковочных машиномест будет сокращен на 40 тысяч. Кроме Одинцовского района, в пилотный проект вошли Балашиха, Королев, Химки, Красногорск, Мытищи, Люберцы, Долгопрудный и Реутов. Сегодня в этих городах уже построено более 21 тысячи парковочных мест, что составляет больше половины от запланированного объема работ в этом году. По словам Витушевой, такой удар темп строительства парковок позволит некоторым муниципалитетам полностью закрыть существующий дефицит уже в ближайшее время. Дарья Киреева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».